начинаем, друзья. Динамо Сокол, 11-й тур, Мелбет, первая лига. И их, я думаю, вы прекрасно можете различить в синих цветах футболисты Динамо. Ну и, соответственно, в бордовых это игроки саратовского Сокола. Считанные секунды до начала этого матча. Михаил Черемных дает стартовый свисток. Через 3-2-1. Поехали. И давайте сразу же переходить к составам играющих команд. Футбольный клуб «Динамо» Махачкала. В воротах Давид Волк. У него номер 27. Сразу же смотрим атаку гостей. Вот такая попытка от Абазова. Что-то исполнить. Это опасно. Даже очень опасно. Успевает Давид Волк сориентироваться. Быстрый ответ. Косинтура скорость набирает. Эгош Косинтура. Бегать он умеет отлично. Косинтура. Косаревский. Вот, пожалуйста. Вот и первый момент в этом матче. «Динамо» на крыльях. Просто короткий розыгрыш. На Алибекова мяч прилетает. Михаил Мальцев. Это Волк. Это Давид Волк. Он срывает аплодисменты сейчас. Турбан Бердыев. Подача хорошая. Здесь добивание. Мальцев мяч в кого-то своих, в чужих попадает. Но в ворота не залетает. Болели, переживали. Но Сокол, кстати, очень здорово тоже играл. А здесь ошибка. 1-0. Муталип Алибеков. Вот вам, пожалуйста, и угловой, вот вам, пожалуйста, подача, и вот вам Косаревский. Вот вам Косаревский, который ошибается здесь на выходе. И потеряли защитники капитана «Динамо». Эгош Косинтура, но и дальше не лучшим образом Владлен Бабаев играет. Сердеров, еще угловой, успевает в подкате Абазов здесь сейчас. Очень близко и очень опасно. Набрасывает мяч высоко, Храмцов здесь должен справляться, но Молодцов поддавил. Сасин, пушка страшная, Сасин, Давид Волк. Ой-ой-ой, это могло быть фаталити. Косинтура. Ой, здорово с Костюковым. Как они чувствуют это все. Костюков. Косинтура решить. Косаревский. Снова его не может пробить Эгош Косинтура. Уходит ни с чем. Но вторая, третья попытка. Косинтура низом. Костюков. Нет, выиграет. 2-0. 2-0, Михаил Костюков. Если Косинтура забить не может, он может выдать шедевральную передачу. Художник Косинтура. И великолепнейший Михаил Костюков. Его первый гол в Махачкале. 2-0. «Динамо». Давненько мы не видели атаку от гостей сегодняшних. Югалдин. Ух, шикарный перевод. Какой это Волк. И здесь Астемир Абазов. А здесь уже ничего не важно. Финальный свисток. 2-0. «Динамо». 2-0. Ликует Анжей Арена. Ликует Дагестан. «Динамо» остается при своих.